вход в здание посетителям запрещен. Все выходы перекрыты. Вместо приветливых продавцов группа быстрого реагирования. Очередной торговый центр не устоял перед лавиной нарушений. После тщательной проверки доказано, находиться здесь смертельно опасно. Мегаторг не соответствует требованиям пожарной безопасности. Арендаторам объявили печальную новость. Мы вам запрещаем осуществлять здесь торговую деятельность. Да. Все будет опечатано. Мегаторг – один из крупнейших комплексов степного поселка. Площадь центра – 12 тысяч квадратных метров. Торговые места здесь арендуют около 300 человек. Все они представители малого бизнеса. По их словам, сегодня их дело поставили под удар. О том, что точки будут закрыты, предприниматели не предупредили. Теперь десятки человек остались без работы и без средств к существованию. Утро для арендаторов торгового центра «Мегаторг» оказалось недобрым. Предпринимателям объявили, с сегодняшнего дня все торговые точки закрываются. В ближайшие часы им нужно вывести тонны товара и демонтировать дорогостоящее оборудование. На сборы арендаторам дали всего пару часов. Приставы предупреждают, к вечеру здесь все будет опечатано. Куда вы все этот день? На улицу выкинете, да? Вы не готовы были, вас не предупреждали? Первый раз вообще услышали об этом. Но мы знали, что ходили пожарные проверки, что какие-то были недостатки, что они собирались устранять. Все. Предприниматели говорят, такие меры – удар по малому бизнесу. Для многих небольшие торговые точки – единственный источник дохода. В этой ситуации люди оказались заложниками обстоятельств. По их словам, они исправно платят аренду и налоги, соблюдают законы. В отличие от руководства комплекса. В торговом центре так и не были устранены замечания по пожарной безопасности. ЧП здесь могло произойти в любую минуту. Сюда будет доступ ограничен, будет только допуск для того, чтобы именно нарушение, которое выявлено, для устранения. Поэтому все остальные лица сюда не имеют права входа. В Мегаторге специалисты выявили 8 нарушений правил пожарной безопасности. Но самое главное, в центре отсутствует единая система пожаротушения. А это значит, любое возгорание могло привести к трагедии. Мы все прекрасно понимаем, что требования, они справедливые, то есть они исполняться должны. Но единственное, что, возможно, нам вот не хватило времени пока. Очередная волна массовых проверок торговых центров по области прокатилась после ЧП в Кемерово. Сейчас в регионе закрыты десятки объектов, на которых были выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности. Главное, как отмечают проверяющие, не наказать бизнес, а не допустить новой трагедии. Оксана Боричева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.